Я обращаюсь от себя лично, от совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Обращаюсь к НГША, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов, снарядный голод, которые лежат свободно на складах. Мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед. Месяц назад нам прекратили выдавать боеприпасы, и мы получаем не более 10%. Мы собирались к 9 мая 2023 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами. Я сообщаю официально министру обороны НГША, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.